Добрый вечер. Ночь на 25 апреля в Латвии будет переменная облачность. В первой половине ночи по всей стране пройдут дожди. Затем осадки переместятся в северные районы Латвии. Днем будет пасмурно, а после обеда вновь повсеместно прогнозируется дождь. Температура воздуха этой ночи составит от 6 до 10 градусов тепла. После полудня ждем плюс 7, плюс 12. Весь день будет дуть порывистый юго-западный ветер. Его скорость составит от 4,6 до 10-14 метров в секунду. Теперь подробнее о погоде в Риге. В столице предстоящей ночью ждем 8-10 градусов тепла. Ветер будет слабым. Еще до полудня он усилится и порывами достигнет 13 метров в секунду. Столбик термометра завтра днем будет на отметке от плюс 10 до плюс 12 градусов. Митинский тип погоды второй благоприятный. На этом погоде у меня все. Всего доброго и до свидания.